Национальный центр энергоэффективности Минэкономразвития при поддержке Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и компании «Технопрогресс» организовали серию вебинаров для руководителей и специалистов государственных муниципальных учреждений. Темы видеолекций. Применение методических рекомендаций при установлении требований к снижению государственными и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды. Ответы на 5 типичных вопросов об определении в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды. Основы заключения энергосервисных договоров, контрактов государственными муниципальными учреждениями. Спикеры мероприятий – авторитетные эксперты энергетической отрасли. Екатерина Кваша, директор Национального центра энергоэффективности Минэкономразвития, и Алексей Туликов, генеральный директор Ассоциации РАЭСКО. Приглашаем всех желающих на серию полезных видеолекций по энергоаудиту. Подробная информация на официальном сайте «Технопрогресс».